Где? Сейчас он подойдет. Наверное, а может быть и нет. Слушай, нифига нет никакого босса. А, нет, вот он, босс идет. Давай сразу. Вот так сделаем, вот так. Этого тоже сейчас мы поджарим немножечко босса. Все, босса мы выиграли. Что мы открыли? Мы открыли какой-то рубин красный. Да, Дуда плей. Дуда плей. Всем привет, ребятки, вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру Castle. И сейчас у нас есть немножко нафармены денежки, и мы будем улучшать наш замок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ух ты, хорошо мы, смотри, улучшили замочек наш, да? Ага, давайте улучшаем до максимума. Во-о-о! Ах, неплохо. Неплохо, но у нас закончились деньги. Ну что ж, поехали в бой. Так, это что такое у нас такое интересное? Так, where is hero? Выбери героя. Вот у нас герой. Так, дальше. Отправь героя. Так, этого теперь что это было так? Ничего не понятно. Ладненько, идем дальше. Так, смотрим. У нас, смотри, здоровье. Нормально, 2000. Хорошо. Прям нормально. Смотри, мы улучшили замок. Смотри, какой у нас красивый замок стоит. Мощный. А больше мы тут ничего не улучшили. Так, орки бегут. Смотри, мы ничего не добавляем, никаких сверхспособностей. И у нас все нормально. Давай ты монстра этого нашего выпустим. Пускай воюет. Хорошо. Неплохо. Так, да, тут нужно лучники. Даже волшебника, возможно. О, так, хорошо, замечательно. Так, команду нашу, ух, отправляем солдатиков. А, все, все, ребята, мы выиграли. А давайте улучшим наших лучников. Так, красненькие уже пошли, видишь, как... И отправимся сюда. Так, что у нас тут такое максимальное, да, количество? Так, я хочу вот этого попробовать, 70 уровня завоевать. Посмотрим, не знаю. А где их замок? А, это просто чувак там типа стоял, да? И мы его должны, этого героя, уничтожить, да? А, ну что ж, неплохо. Угу, сейчас посмотрим, где он там сейчас выйдет. Давай вот этого монстрика выпустим нашего. Лучниц. Так, ну смотри, а где герой? Где герой, я чуть не понял. Героя нет. А, вот он и босс идет. Ох, вот он идет и босс, смотри. Ага, ну он, в принципе, не сильный. Мы его сейчас завоюем. Завоевали. You got the Bazooka Man. А, Bazooka Man, мы открыли Bazooka Man. А где у нас Bazooka Man? Ух ты, сколько здесь всяких штук, много интересных. Давай Bazooka Man поставим. Хорошо, улучшим его. Так, а что у нас, Bazooka Man поставился или нет? Алло. Так, а здесь что мы можем поставить? А, мана. Прикинь, ману можем поставить, офигеть. Хорошо. Мана так мана. Отправляемся в бой. Так, Bazooka Man, куда мы его... Мы его чуть никуда не поставили. Странно. Этот у нас... Чувачок не особо такие, у него и дар способности не очень камушками кидает. Конечно же, нам нужно поставить сюда Bazooka. Bazooka Man. А где его взять? Почему он сразу не взялся? Это непонятно. Так, быстренько сейчас этих завоюем. И пойдем посмотреть с этого. А, может, у нас денег хватило на Bazooka? Я не помню. Сейчас посмотрим. Сейчас мы это посмотрим. Быстро сейчас завоюем их. Все, нормально. Победа. И давай этого где Bazooka? Bazooka Man. Я хочу сюда Bazooka Man поставить. А, где у нас здесь? Вот он, Bazooka Man. Так, промоушен, свап. Что такое за свап? Непонятно. Ладно, давай его поставим. Вот, улучшаем. Промоушен. Что такое промоушен? Непонятно. Так, а почему не ставится? Алло. А, все, вы поставили, наконец-то. Наконец-то поставили. Так. Все, кыш. А, давай улучшим. Во! Bazooka. Bazooka Man. Слушай, а сюда давай мы вместо этого поставим сюда кого-нибудь, чувака какого-нибудь интересного. Вот смотри, Вуду есть. Мне не хватает денег на него, к сожалению. Так, архитектор. Что дает архитектор? Непонятно, в открытом мире что-то он делает. Ладно, пока денег-то у нас нету, поэтому здесь много всяких штук интересных. А, ладненько, смотри, знаешь что? Давай отправимся в батл. Посмотрим, как что он делает. А, он стреляет. Стреляет вот этими прям мощными гильзами, да?
О, вау, тихо. Что-то я это самое. Они, смотри, начали стрелять, все-таки гады, да? Давай мы. А, вот он как может еще. Смотри, много-много выстрелов постреливать. Прикольно. Так, давай от этого волшебника выпустим наших солдатиков. В принципе, все нормально. А денежек у нас 18 тысяч. И сейчас мы отправимся на карту, попробуем завоевать какой-нибудь замок. Давай на максимальной скорости. Все, давайте мы их гасим быстренько, вот этих всех забарей. Все, и отправляемся на карту, ребята. Так, этого мы победили. Ага, открыли базуку Мэна. Так, что у нас здесь есть интересное? Вот у нас есть 80 уровня. А что? А, это типа просто... Это не замок. Это просто мы можем завоевать какой-то приз. Приз какой-то. Хорошо. Посмотрим. Так, монстрики. Так, у нас тут, наверное, босс выйдет скоро, да? Будет босс. Сейчас мы посмотрим, где этот босс. Где? Сейчас он подойдет. Наверное, а может быть и нет. Слушай, нифига нет никакого босса. А, нет, вот он босс идет. Давай сразу. Вот так сделаем, вот так. Этого тоже сейчас мы поджарим немножечко босса. Все, босса мы выиграли. Что мы открыли? Мы открыли какой-то рубин красный, да? Спасибо. А, давай сделаем здесь, улучшим дамаж наш. Так, раз, два, три. А, деньги есть у нас? А, не деньги, а скилл. Хорошо, дамейдж мы увеличили. Идем на карту, посмотрим, что здесь. Да, нам нужно завоевать какой-нибудь замок. Угу. А тут замки все мощные, смотри. Самый такой слабый, это 130, да? 130. 130 это дофига. Завоюю его или нет? Ну, давай попробуем. Почему бы и нет? 130 у нас. Угу. Так, солдатика, быстренько вот этого монстрика. Давайте это все быстренько стреляем. Давай на замок. Замок уничтожим. Офига. Нифига. Замок. Попробую уничтожить замок, да? Ладненько. Надо нам мана-ферму поставить. Да, точно. У нас денег не хватает. Мы купим мана-ферму. Если что, потом опять вернемся к этому замку, если мы его не победим. Ой, как тяжело без маны-то, ребята, когда маны очень мало. Да. Но пока мы кастл немножечко мы его завоевываем, да, потихонечку. Давай монстрика сразу выпустим. Так, давайте молнией. Молния не особо ничего не дает. Ну ладненько. Ой, сколько вас много-то, ребята, а? Да. Тяжко придется мне. Так, ну, в принципе, мы пока еще стоим. А они уменьшаются. Они уменьшаются больше, чем мы, допустим, да? Вау. Тихо. Так, мне это не нравится. Алло. Ой. Ребята, давайте сюда вот этих выпустим. Так, не хватает маны. Ёлшки-моталки. Смотри, они уничтожают мой замок. Прям кучей встали. Все. А нам нужно срочно сюда вот эту ману регенерации. Так, он стоит, мана регенерации аж 50. Так, а тут еще лучники за 75. Ну, давай ману построю. Ману. 50 тысяч, офигеть. Давай сразимся немножечко. Я хочу завоевать побольше замков, там, чтобы мне побольше денег давал. Ну, блин, пока что не дает это мне. Мне не хватает силы, чтобы их уничтожить. Аника, ничего страшного. Москва не сразу строилась, поэтому мы будем потихонечку, понемножечку завоевывать, зарабатывать денежки. Так, давайте постреляем их. О! Нормально, электрошокером сейчас. Хорошо, солдатиков выпустим наших. Да, нужна нам мана, мана регенерации. 50 тысяч стоит. О, как раз у нас есть 50 тысяч. Сейчас мы и купим. Сейчас мы О, подожди, что это такое у нас? А, мазик добавили. Хорошо. Сейчас мы купим регенерацию. О, смотри, монстр бежит. Да ё-моё, так быстро. Все, победили. И строим ману регенерации. Да, 50 тысяч стоит. Хорошо. Так, тейк-офф. Что значит тейк-офф? А, типа убрать? Не-не-не-не. Поставим. Так, дальше. Так, здесь мы что можем поставить интересного? Так, пока ничего. Ну ладно. Посмотрим, что у нас там с маной регенерацией. А получается, эта мана регенерации, она... Ее можно вообще улучшать как-то или еще что-то? Что-то этого не понял. Ладненько. Так, этих сейчас стреляем. Ну, нормально. В принципе, неплохо мы играем. Мана регенерация, в принципе, растет, но не так быстро, как хотелось бы, но ничего страшного. Можно вообще побольше всяких ман поставить, кстати, вот вместо вот этого кубка с золотом, да?
принципе, золота у нас сейчас пока и достаточно. У нас проблема, что мы не можем завоевать замки. И нам нужны, ну, нам нужна манна, побольше манны. Так, давайте выпустим чуваков наших всех. А, все, мы победили. А вместо вот этого трофея мы можем поставить... А, вот смотри, дерево добавляет нам ХП. А, жизнь, тоже тема. Так, а вот это что такое? А, это чуваки вылазят, да? Но сдавай этот, улучшим его. Давай, поставим его. Все, попробуем с чуваками. В принципе, чуваки вот эти, они нам не помешают. Так, один вышел. Так, и что он там у нас? Так, в принципе, смотри. Да, он, в принципе, не умирает. Как бы, это хорошая штука. Мы ее прокачаем сейчас. Сделаем, чтобы они более такие мощные были. И, в принципе, это будет хорошо. Так, давайте стреляем здесь. Стреляем сюда. Так, мана, в принципе, растет. Неплохо, нормально. Так, солдатики у нас эти беленькие. Надо их прокачивать, чтобы они какие-то были более мощные. Потому что они с палочкой тут этой, тростниковой. Нифига они не прокачиваются. А, давай, а как мы тебя прокачаем? Слушай, где вот эта штука? А, вот она, смотри, видишь? Можно... А, увеличить 15 секунд, смотри. 15.4. 15.5. Что значит 15.5? Типа нам нужно, чтобы уменьшалось время, да? Типа, чтобы быстрее они шли. Оно, может, еще и медленнее будет, не знаю. Не, ну каких 15 секунд, алло. Оно намного быстрее добавляется. А если так уменьшим? Не, тоже как... Ну какие 15 секунд, ребята? Нет. Я не думаю, что это добавляется 15 секунд. Нет, быстрее как бы. Но воины не особо сильные, конечно же. Так, давай этого монстра сразу. И солдатиков. А, я думаю, нам нужно прокачивать все-таки еще лучников. Потому что ребята, лучники, это... Лучники это очень многое, что дает. Да. Нам нужны лучники. Лучники. Побольше лучников. Мощных. Так, а здесь мы будем дамаж улучшать. Либо скорость атаки нашего чуваков. Так, давай вот этих. Конечно, мы это будем улучшать. Чтобы ребятушки наши стреляли там получше. Так, 20 тысяч у нас не хватает. Так, что у нас там с ребятами? Можем купить еще одного? Ох ты, купили, прикинь. Надо их максимально прокачать. Максимально прокачиваем вот этих работяг. Сколько вообще это возможно? Сколько возможно, столько и будем прокачивать. Так, это что у нас тут? Вот это вот ракеточка. Так, давай этих солдатиков выпустим. Видишь, они пока идут, они вроде бы ничего не делают, а уже жизнь теряют. Что за бред? Надо их вообще выпускать, только когда вообще критическая ситуация. Чтобы они далеко не шли. Вот тогда, в этом плане. Будет хорошо. Давайте выстрелим здесь вот таких побольше ракеток. Ну, в принципе, неплохо, неплохо мы сражаемся. Хорошо, да. И заработали немножечко еще и денег. Сейчас мы купим. Купим золотодобытчиков наших. Так, заходим. Золотодобытчики. Тэкс, тикс. Покупаем. Ах, не хватает денег же, у нас немножко прыгать. Да, сейчас они сейчас принесут деньги, может быть, хватит, смотри. Ах, они мало приносят все равно. Ах, давай еще кого-нибудь, алло. 29971, не хватает еще. О, давай, принеси, давай. 30 будет. О, все, 30 тысяч, хорошо. Давай попробуем еще одного купим. Попробуем. Ах, не хватает. Не можем купить. Ну ладненько, дорогие друзья, ну что ж, будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до новых встреч. Всем пока-пока.